Итак, немного об озимой пшенице. Я сейчас нахожусь на поле, где будет озимая пшеница. Этот участок здесь получается, что в этом году был горох, его убрали. Сейчас это поле залущено. Залущено для чего это все сделано? Для того, чтобы, во-первых, как бы закрыть влагу с одной стороны, с другой стороны заделать падалицу гороха, потому что она тоже является хорошим конкурентом озимой пшеницы осенью. И в целом как бы подровнять поле, потому что здесь тоже бывает иногда момент, особенно во влажные годы, когда комбайн или тот же, ну, в основном комбайн, конечно, на гороховом поле у нас это комбайн. Здесь вряд ли, мы здесь не пускаем никогда перегрузчики на горохе. И получается, что оставляет после себя следы. Следы достаточно глубокие. От колес. И это тоже приходится подравнивать. Ну и в целом, как бы, у нас сеялки не совсем прямого сева, у нас сеялки с активными дисками, которые, если это поле, к примеру, будет не обработано, оно, конечно же, будет забиваться. В целом, по этому году, если говорить о том, можно ли сеять прямым севом, то соломы гороховой было не так много. В целом, это возможно. Возможно. Но вот сейчас как бы складываются такие вот идеальные условия для озимой пшеницы, потому что здесь где-то под 3-сантиметровым, 2-3-сантиметровым слоем влажная почва, во-первых. И это очень хорошо. А после того, как на этом поле будет спровоцировано, уже, можно сказать, спровоцировано прорастание, просто еще горох не набух, и другие сорняки где-то, может быть, через 2 недели здесь будет обработано, этот участок будет обработан глифосатом. Ну, а затем, конечно же, после обработки глифосатом, да, пройдет там 15 дней, это уже будет где-то, может быть, 1 сентября, может быть, конец августа, здесь будет сев, то есть сев озимой пшеницы. В целом, пока я вижу, что все для озимой пшеницы для этого года складывается неплохо, потому что есть влага. Чаще всего влаги нет. Или влага появляется позже, после пройденных дождей. Так что вот так вот предшественник горох на данном поле. Идеальные условия для сева озимых. Но сегодня только 1 августа. Кстати, горох уже начал набухать. Вот. И даже пытается прорастать. Все быстро происходит. Особенно если тепло и влажно. Так что удачи!